Когда упоминают Забайкальскую пустыню Чарские пески, всегда произносят слово «самое». Самое северное, самое настоящее, самое неправильное, самая пустыня. Это действительно самая северная пустыня в мире. На этой широте ничего подобного не найти. Пески же достаточно компактные и занимают участок площадью примерно 5 на 10 километров, а вокруг них расположены горы со снегом. История географического формирования песчаных отложений в Чарской котловине связана с Кадарским хребтом и уходит в то время, когда на планете наступило заметное похолодание и начались обширные материковые оледенения. Примерно 45 тысяч лет тому назад огромный ледник сполз с Кадара в Чарскую долину и полностью переградил ее в районе реки Сулумат. В 50 километрах к северо-востоку от села Чара образовалась гигантская чаша, которая за несколько сотен лет наполнилась, и огромное озеро разлилось по всей Чарской впадине. Ледники сползали с гор прямо в озеро, волоча за собой миллионы тонн глины и песка. Особенно мощный вынос происходил по долинам Верхнего и Среднего Сакукана. Когда ледниковый период закончился, плотина растаяла, водохранилище вытекло, и от него остались лишь сотни мелких реликтов, рассыпанных сегодня по всей Чарской долине в виде маленьких озер. Донные отложения древнего водоема оказались на поверхности и попали под влияние атмосферы. Чарские пески окружены лесом, и в этом их отличие от южных пустынь. Заблудиться здесь не получится, а миражи вряд ли придут. На территории урочища есть озеро Аленушка. Летом местные жители ездят на него купаться, хотя вода не особо прогревается. Но горячий песок компенсирует прохладу. Из Чары до пустыни около 5 километров. Осенью можно проехать на вездеходе через неглубокий брод по реке Средний Сакукан. Летом подготовленные туристы могут пройти этот путь пешком, если уровень воды в реках позволит.